представиться. Ну, в общем, название лекции. Бытовая биоэнергетика. Давайте поясним, что это, собственно, такое. Биоэнергетика в данном случае используется как определение, которое более-менее на слуху, которое более-менее понятно. Это некие взаимодействия, которые может человек, там, некие чувствования и прочее. Вот. Почему бытовая? Потому что здесь будет один простой аспект, без заморочек, без каких-то путей к истине, просветлению и прочее. То, что может любой, то, что можно сделать дома, и то, что будет иметь какую-то практическую пользу лично для вас. Вот. То есть не просто для того, чтобы уметь, а для того, чтобы от этого был прок. Поэтому бытовая. Вот. Для начала я хотел бы вкратце объяснить, что я понимаю под биоэнергетикой и о чем именно собираюсь рассказать. Есть такая фраза: магия – это наука и искусство вызывать изменения в соответствии с волей. В легенде ее произнес Алистер Кроули. Вот. Здесь важна формулировка этой фразы: наука и искусство вызывать изменения в соответствии с волей. То есть он говорил о том, что магия – это искусство менять мир вокруг себя. Притом можно рассматривать все, что угодно. Слова, действия или какие-то более сложные способы воздействия на мир. Все это меняет мир вокруг. И все это есть магия. Об этом говорил Алистер Кроули. Я вам хочу предложить рассмотреть тот аспект, который обычно люди, ну, не воспринимают, не замечают. Но при этом все равно это происходит, и все имеют некое свое представление о том, как это работает. Это работа собственной энергии. Как такового названия, которое можно вот так вот дать, и чтобы оно тоже было известно на слуху, я, к сожалению, не нашел. Самое ближайшее, что можно рассмотреть, это ци. Это ци. Ци – это слово китайское. В Китае оно обозначает силу жизни. Силу, которая наполняет все живое вокруг. И весь мир в целом. Вот. Это, наверное, ближайшее, что можно использовать для объяснения того, о чем я буду говорить. По сути, энергия ци есть во всем, вообще. То есть она наполняет абсолютно каждый объект, наличествующий в вашей реальности. Вас самих, мир вокруг вас, небо, там, горы, людей, все что угодно. И разговор пойдет о том, как, во-первых, увидеть и почувствовать эту энергию, а во-вторых, как научиться ей управлять. Будучи именно энергией, ни в коем случае не чем-то материальным, ни в коем случае не стоит вспоминать эту фразу о том, что мысль материальна. Нет, нифига. Мысль – это сгусток информации. Его нельзя пощупать, в нем нет материи. Также и здесь мы говорим об энергии. Энергию нельзя пощупать, ее можно ощутить, ее воздействие. Но потрогать, увидеть, на вкус там как-то попробовать – не получится. Она не из того сделана. Вот. Но, тем не менее, косвенно, как-то, по своим ощущениям, достучаться до этого вполне можно. Наше тело способно работать с энергетикой с самого начала. Вот как мы родились, мы это можем. Это могут вообще все, в том числе даже животные, способны воспринимать, чувствовать и в каком-то мере даже взаимодействовать с энергией в мире. Вопрос в том, что мы не учимся этому. Мы учимся ходить, разговаривать, думать, учим язык, но мы не учимся работать с собственной энергетикой. И это развивается само по себе. Поэтому, не обращая на это внимания, мы не знаем, что она есть. Первое, с чего мы начнем, это мы попробуем, возьмем такую интерпретацию. Мы попробуем понять, что она есть. Здесь очень важно не полагаться на веру. Верить в то, что это есть, просто согласиться, договориться с собой, сказать, что вот я что-то чувствую, это ложный путь, ни к чему не ведет. И не стоит полагаться на то, что я увижу чудо. Чуда не будет. Это, к сожалению, не фаерболы, не левитация и не сдвигание стен. Но, тем не менее, нужно полагаться только на собственные ощущения, быть максимально честным перед собой, максимально честно самому себе сказать, что я почувствовал, что я запомнил и что я из этого уношу. Попробуем? Если есть вопросы, если есть мнения, если есть какие-то аспекты, которые вы хотите обсудить, сразу же вклинивайтесь в разговор, мы будем обсуждать.
это не полноценная лекция, то есть это не монолог, это общение. И моя цель — донести до вас основу, которую знаю я. И чтобы ее донести, мне очень важно знать, что об этом вы думаете. А иначе это уйдет никуда. Поэтому, как только возникла какая-то мысль, говорите, не стесняйтесь. Хорошо? Ты пропустила все видео. Садитесь удобно, так, чтобы было комфортно, так, чтобы ничего не мешало. Так, чтобы можно было немножко расслабиться. На теле человека в разных концепциях рассматривается очень много разных вариантов расположения так называемых чакр или энергетических каналов. Чакр? Чакр. Да, я не буду брать готовые концепции, я расскажу вам о тех каналах, которые, по крайней мере, есть у каждого и которые максимально легко почувствовать. Энергия в теле связана с нервами. Она, вот кровь течет у нас по сосудам, по венам, а энергия течет по нервам. И, соответственно, там, где у нас больше всего нервных окончаний, там с ней проще работать. Во-первых, это центр стопы. Те, кто босиком, могут пощупать ногу, найти там центр, куда давить больно. Во-вторых, это центр ладоней. Аналогично. Здесь есть узел, на который надавить и будет больно. Там, где нервы сплетены в узелок. Далее, это солнечное сплетение, ровно там, где ребра начинают размыкаться. Туда тоже давить довольно больно. Потом идет точка третьего глаза, центр лба. И финальное, это темечко. Это наша связь туда, наверх. Очень удобно. Мы будем работать с самыми простыми каналами, это руки. Руками мы делаем все, и руками же лучше всего начинать работать с собственной энергией, потому что они доступны. Мы ими управляем лучше, чем всем остальным. Выберите руку, правую, левую, кому как удобнее. Разомните сначала по кругу. Не центр ладони, а окружность его. Растирайте сильно так, чтобы рука разогрелась. Так, чтобы к ней прилила кровь, так, чтобы вы это чувствовали. Постарайтесь сконцентрироваться на той руке, которую вы держите и разминаете. Затем разминаете центр. Здесь обязательно нужно прочувствовать давление, нужно, чтобы руке стало немного больно, чтобы был отклик, чтобы тело занервничало, чтобы оно отозвалось. И пальцы, вот такими лучше всего движениями, до кончиков пальцев. Сами кончики разминать не обязательно, там нервные окончания, конечно, хорошие, но их там мало. Размяли? Хорошо. Теперь сядьте удобно, вздохните. Подумайте о чем-нибудь успокаивающем, о йоге, о пляже, об отдыхе, не знаю. Глаза лучше всего будет закрыть. Ваша цель — положить перед собой ладонь расслабленно, чтобы она смотрела вверх. И представить на этой ладони шар. Шар этот может быть абсолютно любым, любого цвета, любой фактуры, какой вы захотите. Есть только один параметр, по которому этот шар должен появляться. Он должен быть красив, он должен быть максимально прекрасен лично для вас. Настолько, чтобы вам захотелось взять его в руку. Настолько, чтобы он стал яркой картиной, которую вы будете помнить. Изобразите у себя в сознании эту картину. Представьте этот шар. И захотите, чтобы он появился. Не думайте о руке, не думайте о конкретном месте. Думайте только об этом шаре. Не теряя образ, попробуйте ощутить свою руку, только руку. Максимально игнорируйте остальные ощущения от тела. Прощупайте руку так, как вы ее разминали до этого. Нет, не руками.
мысленно у себя в голове. Есть ваш прекрасный шар, есть рука. Как только вы уверены, что вы чувствуете свою руку, как только вы уверены, что этому шару уже ничего не добавить и не убавить, когда это действительно станет шедевром, поместите его на руку. Достаточно. Сожмите ладонь. Открывайте глаза. Ладонь после этого лучше всего встряхнуть, так, чтобы немножко расслабить окончание, ощущения. А теперь фидбэк. Мысли, любые ощущения, любые мнения по поводу того, что вы сейчас ощутили, и по поводу того, что вы сейчас попытались сделать. Я увидел шар. Услышал, что я открыл глаза, и шар в руке был. Странно было очень. То есть, ну, я думаю, что у меня в итоге получилось в этом плане. Так хорошо его представил, что вот я открыл глаза, и был шар в руке. И, ну, в руке прям тепло такое большое было. Прям, что я как бы вообще занимаюсь релаксацией, очень вещами. И там вот тоже один из таких пунктов, ну, добиться того, чтобы рука такая тяжелая, там, теплая стала, и вот у меня получилось это. Причем, ну, в западных техниках, там, как бы, там, напрягаешь руку, расслабляешь руку, она теплее становится. Да, но... Вот я именно визуализацией добился этого результата, поэтому... Здесь нужно сделать скидку, да, это не телесная практика. Если йога – это укрепление духа через тело, то здесь мы укрепляем тело через дух. Мнение, мысли. Что-то, что хочется спросить, что-то, что подумалось в процессе. Выскажите это. Да, всем страшно. После месяца шара, вот, представил, что размер, он, наверное, в ладонь, то есть, он так как бы, определенно, то есть, занял положение, да? Ну, насчет, то, что он какой-то образ, он такой, как красивый образ и представил. Вот, рука отяжелела, тут, наверное, вряд ли. Потому что шар есть, но он может невесомый, там, грубо говоря, то есть не дать ему руку оттяжелять. А шар был? Шар был, да, но он не был тяжелым. Был такой воздушный. Я вижу очень много на лице, поэтому хотелось бы услышать слух. Я очень вижу, раз это. Да, заметно. Но я ничего не понимаю. Вот. Хорошо, это кто-то должен был сказать, потому что почувствовать это с первого раза, на самом деле, редко. Если у человека развито тело, если он с ним в контакте, если он с ним дружит, да, без проблем. То есть человек может ничего не знать, сложить руку и пожалуйста. Но на самом деле редко. Для этого нужно уже быть как-то подготовлен. Обычно это занимает практики, ну, недельку нужно походить и в свободное время посидеть с этим шаром. Сказали вот очень хорошо про то, что рука тяжелела, сказали про то, что шар увидели. Этот шар увидеть нельзя, в этом его проблема. И почувствовать его, ну так, чтобы он как-то ощутился пальцем, тоже не получится. И веса у него не будет, и цвета у него не будет, и вкуса у него не будет. Образ, ваш яркий, красивый образ в голове, может быть абсолютно любым. В нем могут сочетаться любые цвета, любые ощущения от него тактильные, любые вкусы в этом шаре, любые звуки. Но на деле, на руке, этого всего не будет. Поэтому вся суть упражнения в последнем. Шар был. Вот это нужно найти. Вот это единственное, что действительно является показателем того, что что-то получилось. Лучше всего, конечно же, работать в более, так скажем, уединенной, расслабленной атмосфере. Тогда, когда можно вообще абстрагироваться и не хотеть больше ничего. И создавать этот шар, создавать этот шар, создавать этот шар. Сейчас немножко о том, к чему это, потом немножко еще практики. Управление энергией собственного организма – это, во-первых, контроль над самочувствием тела. Можно
анализировать тело по внутренним признакам. Температура какое-то там, где-то чешется, где-то болит. Можно регулярно там пульс себе проверять. С помощью энергии можно ощущать свое тело постоянно. Если человек развивает в себе возможность чувствовать энергию хотя бы внутри своего тела, даже без остального мира, просто ток внутри, то любое изменение в теле он заметит мгновенно. Он будет ощущать его, потому что ток изменится, потому что он постоянно настроен на эту волну. Это то же самое, что постоянно слушать свое сердце. Если ты слышишь, что сердце изменило ритм, я понимаю, что что-то не так. Точно так же и здесь. Почувствовав, что что-то изменилось, я сразу же узнаю об этом. Это первая практическая польза. Вторая практическая польза – это контроль над токами в своем теле для того, чтобы тело функционировало так, как я хочу, чтобы оно функционировало. Часто тело капризничает, можно так это сказать. То есть что-то болит, что-то вот не хочется, что-то как-то и настроение упало. Но нужно что-то сделать. В данном случае владение собственной энергией – это помощник. Он этот навык позволяет не просто заставить себя что-то сделать и сделать через «не могу», а переключить себя. Можно сделать так, что нога болит, а идти надо. Ну, хорошо, нога болит, она помогает мне идти. И восприятие боли изменится от того, что это боль и мне плохо, в то, что это то, что заставляет меня идти. То есть фактически это в какой-то мере программирование собственного организма на то, чтобы сигналы от него воспринимать для себя так, как хочется, а не так, как это просто происходит. И третье – это ощущение окружающего мира. На окружающий мир настраиваться можно бесконечно. В окружающем мире очень много всего интересного и так, но если можно почувствовать энергию места, энергию человека, энергию предмета, то интересного станет в разы больше. Ну, как, например, вот этот остров. Лес на этом острове, к примеру, это, так скажем, отличие весомое, которое можно заметить только если чувствовать. Лес на этом острове не похож на лес на континенте. Он отличается. Здесь совершенно по-другому устроена сама энергетика леса, и нахождение в этом лесу отличается от нахождения, ну, в любом лесу там, на берегу. Вероятно, это связано с островом. Я не могу, мне не хватит времени на то, чтобы понять конкретные причины, но этот лес другой, и ожидать от него можно совершенно другого. Вот такие вещи, они узнаются, они становятся естественными, и они наполняют вашу жизнь. Когда они наполняют вашу жизнь, жизнь может стать просто интереснее, а может быть и жить станет немножко легче. Потому что, зная о том, что место само по себе может быть плохим, не из-за людей, которые там находятся, и не из-за событий, которые там произошли. Просто место такое. Оно плохое лично для меня. Я захожу туда, я чувствую, мне здесь плохо. Я ухожу отсюда. Не по косвенным признакам того, что вот мне неуютно, мне зябко, а просто на пороге я остановлюсь и скажу, я сюда не пойду, это не мое место. Таким образом можно настроиться и поменять собственное восприятие. Ну давайте же, вопросы, ну что-нибудь, поспорьте со мной. А не выходит так, что научившись этого, можно, например, сливаться с контактом, просто говоря, что место плохое? На самом деле, весь этот путь к чувствованию силы – это преддверие к саморазвитию, к пути саморазвития, который говорит о том, что ты должен познать мир и познать себя, а потом познать мир через себя и себя через мир. Это, так скажем, первая ступенька всего этого. Я хочу вам предложить только эту ступеньку. Дальше не нужно. Сделать это частью своей жизни, уметь это, да. Жить этим, нет. Потому что жить этим – это выбор, который поменяет жизнь, который просто ее изменит. И действительно, сливаться из контактов – это меньше. Дальше начнется банально то, что от ощущений себя будет зависеть все, что ты делаешь. Это не стоит того. Потому что не стоит. Потому что если человек до этого доходит, он до этого доходит. А так просто в это ссылаться не имеет смысла. Мы говорим только о практической пользе. Практическая польза, я прихожу в лес, я хочу поставить палатку. Я знаю, что может быть дождь. Я хочу найти место, в которое палатку поставить. Хорошо. Я ищу его глазами, я выбираю максимально.
нормально сухое место. Но также я могу выбрать то место, где мне будет хорошо спать. Не потому что оно ровное, а потому что здесь не спится. Вот под этим. Просто в том плане, что если я ухожу, например, в квартиру, и мне не нравится обстановка, но я могу ее поменять, например, что-нибудь сделать. Менять обстановку? Понял. Если мне не энергетическая... Менять обстановку чужой квартиры, это, ну, слегка невежливо. Это как стены перекрашивать. А вот сделать для себя какой-то буфер обмена с этой квартиры, банально замотавшись в кокон из собственных ощущений, вполне можно, и тогда квартиру не почувствуешь. Ты шубу одел, и в шубе ходишь, в шубе тепло, а квартира незаметна. Но перекраивать пространство под себя, это чаще это плохо, потому что оно создано многими другими вещами, которые не всегда стоят. Следующее, практическое, что у нас будет. У меня вот есть такая связка интересная. Я ее сейчас передам по кругу. Выбираете любое, что больше приглянется, что больше почувствуется. Потрогать, может быть, как-то покрутить, повертеть, закрыть глаза, подумать. И выставить. Пока идет очередь, для тех, у кого получилось шариком, советую сделать шарик. А попробую не закрывать глаза. Для тех, у кого не получилось шариком, советую сделать шарик. Закрыв глаза. Если получился шарик... С открытыми глазами. Нет, шарик получился, на руку положить его не получилось. Значит, осталось построить связь между здесь и там. Самый, считается, наиболее эффективным итоговым способом создания шарика – это абстрагирование от окружения не путем закрывания глаз, не ухождения в себя, потому что в себе факторов тоже много, которые мешают, а просто уставился в эту точку, раскрыл руку и ушел сюда. Я есть моя рука. Таким образом. Соответственно, если образ готов, то остается дотянуться до своей руки и взяться за нее. Оказаться в ней, и шарик сам упадет туда. Еще вот интересно, кстати, можно ли по шарику, по его характеристикам, дать какие-то характеристики человеку? Да. Правильно мыслите. И очень большие. Ну, потом мы у него конкретного палатки. Я обычно стараюсь. Подожди, у палатки. Там нет ни одного религиозного. Напрямую нет, но у меня все. Не будет ему либо рассказать нам все сами. Просто да? Да, максимально абстрактно. Но ощущение всегда как будто... Сейчас они расскажут. Что сказали? Снова как диктофон. Еще можно попробовать такую вещь, но некоторым это помогает. Это работа на разных полюсах. Тело поделено на две части, не просто так. У нас есть левая половина, есть правая половина. Если совсем не получается шариком одной рукой, шарик создается двумя руками. Но здесь немножко меняется принцип. Мы не сколько помещаем образ внутрь, между ладонями. Мы создаем два образа на правой руке и на левой, и сталкиваем их. Из-за их разницы возникает напряжение. И можно будет почувствовать то, что происходит между ладонями. Да. Некое давление, как будто бы пытаешься свести два магнита. Да. Правда, я выбрала два. Два, так два. Вот эти два. Не знаю, просто понравились. Просто понравились? Какой это образ, ассоциация? Отталкивается, да? В какой-то момент я не знаю. Сложно выразить, да. Мило, это хорошо. Я люблю все доброе, поэтому да. При работе с энергией очень важно понимать, что описывать энергию словами сложно. То, что мы не можем увидеть, нам сложно описать. Поэтому чаще всего используется универсальный метод – метафора. Хочешь что-то описать – опиши, как бы ты это почувствовал. Допустим, ощущение, не знаю. Ощущение от этой шишки похоже, если забраться наверх самой сосны,
вот на самую-самую верхушку. Вот там вот так встать, и ветер дует, и я так покачиваюсь. Вот так, как-то так. Понимаете? Подбирайте метафоры, пытаясь описать собственное ощущение даже самому себе. Потому что нужно иметь привязку на слова. Потому что без слов, ну, не хочет наш мозг без слов работать. Мы привыкли разговаривать и описывать словами все, что происходит. Поэтому, если вы практикуетесь, если вы создаете шар, и если вам получается, дайте ему описание, дайте ему хотя бы название, и станет легче. Это устаканится, и телу станет проще это воспринимать. Тело учится очень постепенно, точно так же, как с любыми тренировками физическими, здесь также нужны тренировки. Но здесь не идет речи о наращивании мышц. Здесь идет речь только о том, чтобы научиться ощущать, как это происходит в теле. Оно и так происходит. Это то же самое, что вот я двигаю пальцем, но я не ощущаю, как сокращается мышца вот здесь. Здесь мы пытаемся ощутить как раз эту мышцу. И тогда учимся двигать пальцами, то есть немножко наоборот. Постепенно, с практикой, здесь все сводится к очень простому. Если не получается, то только упорство. Рано или поздно тело будет перегружено вашими стараниями. Создавая шарик на протяжении, допустим, часа, просто сидя неподвижно, вы дадите организму такую нагрузку, которую он никогда не испытывал. Никто ранее в вашей жизни не заставлял вас выпустить столько энергии из тела за раз, притом из одного единственного канала. Оно перегрузится и даст спектр ощущений, который будет проще почувствовать. Рука заболит, возможно. Возможно, просто само ощущение в теле изменится настолько, грубо говоря, не ослабну, просто ослабну от того, что создает шаг так долго. И вот в этой слабости можно будет отличить ощущения. Запомним один раз, можно будет повторить уже легко в дальнейшем. То есть упорства вполне достаточно. Да. Я взяла такую связку, как-то так, не посмотрев в глаза, закрыла, ничего не показалось. Мне показалось очень холодным, голубого цвета. А вот этот вот теплый, и какое-то такое оранжевое кольцо, не знаю, нарисовалось. Потом глаза открываю, а он на самом деле с оранжевыми такими сполками. Я даже не посмотрела на него. А это какой-то вот даже с голубой полосочкой. Хорошо. Для тех, кому шариком все понятно, давайте сразу на шаг дальше. На шаг дальше идет работа со всеми каналами сразу. Начав шарика, растолкав один канал, нужно тут же начинать будить все остальные. Потому что если одни будут работать, а другие нет, в теле возникнет дисбаланс. Дисбаланс энергии в теле – это то, что тело лечит само. Но процесс лечения вам не понравится. Он неприятен. Он вызовет кучу всяческих вещей, которые вроде не смертельны, и вроде бы все как обычно, но некомфортно, но неудобно. Вот, и спать хочется зачастую. Поэтому лучше всего сразу работать со всеми остальными. Стопы, центры стоп, нащупать легко. С ними работа идет от земли. Самый простой вариант – это ставиться обе ноги на землю. И представьте, что вы дождевой червь. Под вами есть такое большое пространство земли. Перестаньте ощущать то, что над землей, ощущайте то, что под землей. Там очень много места. Оно чем-то занято. Там что-то происходит. Там что-то есть. Сосредоточьтесь на этом. Там что-то есть. И представьте, как уровень зрения, то есть позиция глаз, опускается ниже, ниже, ниже и под землю. А затем оттуда посмотрите на ваши стопы, прижатые к земле. Любую визуализацию лучше делать с закрытыми глазами.